Как проходит мой день вне основных тренировок? Подъем в 7:30. С начала дня для закаливания и бодрости принимаю холодный душ и выхожу из дома. Далее заезжает личный водитель, захватываем по дороге несколько людей, и через 10 минут мы на месте. Переодеваемся и идем на утреннюю тренировку. Долго здесь задерживать не буду, если что, несколько утренних программ уже есть на канале. Положительный заряд на день был задан, дома завтрак, немного медитации. И далее сажусь за учебу. Учусь дистанционно, и по программе изучаемые предметы меняются от месяца к месяцу, но каждый день обязательно уделяю время языкам. Для английского в основном использую сайт Puzzle English и очень рекомендую, потому что здесь есть задания на различные навыки и много интересных упражнений. После учебы монтирую для вас большой влог с чемпионата Европы по кикбоксингу в Турции, который уже в скором времени выйдет на канале. И завершаю такой дневной цикл уходом на вечернюю тренировку по боксу или кикбоксингу.